И егда приближишься во Иерусалим и придоша в Вифагию, горе Гелионстей, тогда Иисус посла два ученика глаголях има, иди-то в весь я же прямо вама, и габьё обряще того сля привязано, и живя с ним, отрещивша приведи-то ми, и гаще вама, кто речет, что речета, яко Господь ее требует, абье же послет я, сие же все бысть, да сбудется реченное пророком глаголющим, рците чери Сионови, все царь твой грядет тебе кроток, и все одного сляя жребя, сына подъяремнича, шедше же ученика и сотворша, яко же повели им Иисус, приведос того сля и жребя, и возложиша вверху яризы своя, и седи вверху их. Множеше же народи по стелах уризы своя по пути, друзи же резуха ветви от древ и по стелаху по пути, народи же приходящие ему и вследствующие, зваху глаголюще, «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних, и вшедшу ему во Иерусалим потрясеся весь град глаголя». То есть сей, народе же глаголуху, сей есть Иисус пророк, и же от Назарета Галилейска, и внеди Иисус в церковь Божию, изгна вся продающая, и купующая в церкви, и трапезы торжником испровержи, и седалище продающие голуби, и глагола им, писано есть, храм мой, храм молитва наречется, вы же сотвористе и вертеп разбойником, и приступиша к нему хроми, и слепи в церкви, и истерих их, видевши архиереи и книжницы чудеса, я же сотвори, и отроки зовуща в церкви глаголюща, осанна сыну Давидову, некуда ваша, и реша ему, слышишь ли, что сии глаголют, Иисус рече им ей, не сличли, николи же яко изо уст младенец Иисущих свершил иси хвалу, и оставли их из Идивона, из града в Вифанию, и водворися ту. Утру же возвращся во град в залка, и, узрев смоковницу едину при пути, приходи к ней, и ничтоже обрети на ней токмо листве едино, и глагола ей, да николи же от тебе плода будет вовеки, и объеише смоковница, и видевши ученицы, дивишася глаголюще, как у объеише смоковница, отвещав же Иисус рече им, аминь глаголю вам, ощимати веру, и не усомнитеся, не токмо смоковненное сотворите, но ащи горесе речете, двигнися и вверзися в море, будет, и вся еликаще вопросите в молитве верующие, приимите. И пришедшу ему в церковь, приступивши к нему чащу архиереи и старцы людские глаголющие, кою властью сия твориши, и кто ти даде властью, отвечав же Иисус рече им, вопрошу вы и аз слово едино, еже аще речете мне и аз вам реку, кою властью сия творю, крещение Иоанново откуда бе, с небесели или вот человек, они же помышляху в себе глаголюще, аще речем с небесе, речет нам почту хубы неверовости ему, аще же речем от человек, боимся народа, сибо имут Иоанна, яко пророка, и отвещавши Иисусове, реша невемы, рече им и той, не аз вам глаголю, кою властью сия творю, что же ся вам мнит, человек некий, имяше два сына, и пришедок к первому рече, чадо, иди, не сделай винограде моем, он же отвечав рече, не хочу, последи же раскаявся, иди, и приступлю к другому рече так уже, он же отвечав рече, аз Господи иду, и не иди, ки от обою сотвори волю Отчу, глаголаше ему первый, глагола им Иисус, аминь, глаголю вам, яко мытари любодицы, варяют вы в Царстве Божии, прииди Бог вам, Иоанн Креститель, путем праведным, и неверовости ему, мытари же любодицы, веровавши ему, вы же, видевши, не раскаетесь, а последи, веровать ему, ину притчу слышите,
человек некий бедомовит, иже насади винограда, и оплотом огради его, и оскопа в нем точило, и созда столб, и вдаст, и делателем их отыде. Егда же приближится время плодов, посла рабы своя к делателям приятие плоды его, и емши делатели рабы его, овога же убиша, овога же каменем побиша, паки посла и на рабы множайшие первых, и сотвориши им так уже, последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся сына моего, делатели же, видевши сына, реша в себе, сей есть наследник, придите, убием его, и удержим достояние его, и емши его из ведоша вон из винограда, и убиша». Егда уба придет господин винограда, что сотворит делателем тем, глаголуша ему, злых и зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, и же воздает ему плоды во времена своя. Глагол им Иисус, несте вечли, не кали же в писаниях, камень не гошен не в ряду сотворишь, а зиждущий сей бысь во главу углу от Господа бысь сей, есть дивного очию вашую, сего ради глаголю вам, яко отымется от вас Царствие Божие, даст языку творящему плоды его, и поды на камени сем сокрушится, а на нем же падет, сотрыет и слышавши архиерея и фарисеи притчи его, разумеша, яко о них глаголит, и ищущие его яти, убоявшися народа, понеже яко пророка его имеяху.